Этот мужчина погиб 2000 лет назад во время извержения вулкана Везувий. В 79 году нашей эры произошло знаменитое извержение вулкана Везувий, под пеплом которого были погребены города поблизости, в том числе и знаменитые Помпеи. Но Геркуланому повезло больше. Несмотря на то, что город находился к Везувию значительно ближе, чем Помпеи, ветер, дующий в сторону Помпей, позволил практически всем жителям Геркуланума успешно эвакуироваться. Остались лишь те, кто решил переждать, спрятавшись в домах. Когда город накрыл пиропластический поток, они погибли мгновенно, потому что температура резко подскочила до 500 градусов. В числе этих 350 несчастных и был наш сегодняшний герой. Ему было около 50 лет. Ряд признаков указывают на то, что он был хорошо образован и богат. Прежде чем специалисты приступили к реконструкции его облика, им пришлось буквально собрать по кусочкам его череп, так как он был разорван изнутри.